Всем привет! В одном из крупных городов Индонезии работает весьма интересное и очень спорное заведение. Кафе выполнено в стилистике нацистской Германии и делает все возможное для того, чтобы посетители заведения смогли проникнуться атмосферой того времени. Во время Второй мировой войны, преимущественно во Франции, существовали специализированные кафе для немецких солдат, которые носили название «Солдатенкафе». Данные заведения были очень популярны среди солдат, которые регулярно заходили в них, чтобы перекусить или выпить чашечку французского кофе. Эти кафе уже не существуют, но один индонезийский бизнесмен решил это исправить и открыл свое кафе, полностью повторяющее стилистику оригинальных заведений времен войны. Когда оно открылось, это было в 2011 году, владельца заведения засыпали угрозами и негативными высказываниями. Его даже вызвали к себе власти города, чтобы он объяснил, почему выбрал именно такую тематику. По словам владельца заведения, он выбрал такой стиль исключительно из коммерческих целей. В заведении можно увидеть большой портрет Гитлера, каски солдат СС, нацистские символы и флаги. Все официанты одеты в форму солдат, чьи страны участвовали во время Второй мировой войны. В отличие от Европы, страны Юго-Восточной Азии практически не столкнулись с войной, поэтому для них нацистский стиль не является табу, как для жителей Европы и стран СНГ. В индонезийских учебниках теме Второй мировой войны отведено лишь несколько страниц, поэтому владелец заведения не считает себя в чем-то виноватым.